у него непереносимость белка коровьего молока. 9 лет я аллергологам задавала вопрос: скажите, что с этим делать? Это работает, это уникальная программа. Он перестал кашлять, его нос стал дышать. Здравствуйте! Как в наше время распространено такое серьезное заболевание, как преддиабет, инсулинорезистентность? И как часто мы можем увидеть, что наши дети страдают от аллергии, часто кашляют, не могут спать ночью, у них аденоиды? И сегодня на примере Олеси мы с вами увидим, как с помощью комплексного подхода школы здоровья можно поменять не только свою жизнь, избавиться от инсулинорезистентности, от всей этой страшной симптоматики, но и восстановить здоровье своего ребенка, чтобы наконец ребенок спокойно спал всю ночь и просыпался бодрым утром. Обязательно посмотрите это видео до конца. Ой, Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, представьтесь, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города? Меня зовут Олеся, мне 37 лет, я из маленького города Ипатово Ставропольского края. Расскажите, что привело вас на школу здоровья? Что вас беспокоило? Были проблемы у меня со здоровьем, у детей со здоровьем. И я понимала, что мои походы к врачам не приводят меня к тому результату, который бы я хотела. Обнаружила вашу драгоценную страничку. И вот тут я потерялась. Март, апрель, май, 3 месяца. И в июне я уже поняла, что мне вот надо на школу здоровья, что дальше оттягивать нельзя. То есть 3 месяца вы меня читали? 3 месяца, да, зрели? Да, 3 месяца я училась пить воду, исключала сладкое, было очень тяжело. Ой, супер! А расскажите о своих результатах, Лиз. По ребенку очень такие результаты, я считаю, что хорошие, с общим иммуноглобулином Е. У нас меньше 900-700 никогда не было. У него непереносимость белка коровьего молока. Да. И я тоже, вот 9 лет я аллергологам задавала вопрос: скажите, что с этим делать? Самое главное, они говорили, на коже не проявляется? Не проявляется. Ну тогда и все, вопросов нам нет. Гидрокортизон, пульмикорт, вот эти вот наши препараты были серьезные, гормональные препараты. И когда я посмотрела ваш пост про молочку, для меня вот как вот щелкнуло. У него всю молочку исключили. Он перестал кашлять, его нос стал дышать, он ложится и просыпается. Вот он недавно встал в 5 утра и собирался идти на стадион. То есть ребенок выспался ночью, да, ему ничего не мешало. За вот эти вот результаты вам огромная благодарность. Ой, здорово, я так счастлива, у меня прямо, знаете, дрожь по телу. Просто реально это же такое счастье, когда дети просто перестают болеть, когда чувствуют себя хорошо. Для нас, для матерей, это, наверное, самое большое счастье. У меня была головная боль по утрам. Я просыпалась от того, не от того, что я вот уже проснулась, да, глазки, а от того, что у меня сильная головная боль. Сейчас ее нет. Противоположное утру, вечером я ложилась спать. Я не могла заснуть от того, что у меня болят очень сильно ноги. Очень болят. Могла выпить таблетку, детский ибуклин постоянно был в моей аптечке. Сейчас я не пью таблетки. С марта месяца и по окончанию школы минус 10 килограмм. Здорово. Мой вес настолько никогда не изменился. Я максимум 5-4, и потом с откатом назад еще больше. Ну и, конечно, моя боль – это эндометриоз. И пришла к тому, что я тоже не пила ни одной таблетки. Было пару раз, спасибо Аллочке, куратору, очень чуткая, отзывчивая. Она прям вот вела каждый день, и она подсказывала. И пятнышки мои на локтях были, вот смотрите, какие они светленькие. Вот они какие. Они были очень шершавые и жесткие. Вот сейчас они мягкие и хорошие. Ушли отмечены изменения у каждого. И это за месяц. Это всегда, да. Что будет дальше? Вы же понимаете, что это не диета, это образ жизни. Да, вы это понимаете? И вообще это, наверное,
любовь к себе и ответственность за себя, и как-то и уверенность в себе, вот осознание, что ты делаешь важно не только для себя, но и для всей семьи. Сложно было на школе здоровье? Нет, не сложно. Не сложно. Было очень интересно. Включала видеоурок, все завтракали, все смотрели. Вся семья слушала, ой, смотрела. Я так потихоньку водила, они возмущались и очень недовольны были, но прислушивались. Вот, допустим, сейчас кто-нибудь смотрит наши видео, а тоже смотрит третий, четвертый месяц и думает, идти на школу здоровья или нет. Потому что всю эту информацию я же рассказываю, говорю, ну самое сложное же это применить в практику, в жизнь. Что бы вы им порекомендовали, чтобы они не сомневались? Ни секунды не сомневайтесь. Это работает. Это уникальная программа, в которой настолько все вот сбалансировано, настолько все подобрано. Все мелочи, и упражнения, и питание, и психология, и медитация. Это вот такой вот комплекс, который нигде не найдешь. Понятно, что для того, чтобы иметь результаты, нужно не только желание, но и, конечно, это труд. Я ни секунды не пожалела, что я пошла. Теперь вы наши люди, и мы вас никогда не бросим, и вам всегда будем помогать, только чтобы вы у нас были самыми здоровыми, самыми счастливыми, позитивными, чтобы дети были у вас здоровые, самое главное, да? И вы. Спасибо огромное, Катя. Очень приятно было с ним пообщаться. Еще раз целую, обнимаю. До свидания. Хорошего вечера вам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Сегодня с вами была ваша Катя, диетолог, нутрициолог и проводник в натуропатию. Всем пока-пока!